административно-пассажирского спектра. Предъявляем соцкарты, стрелки, тройки, билеты. Представители административно-пассажирской инспекции Московской области, а также сотрудники администрации округа провели рейд, в рамках которого проверили наземный общественный транспорт и наличие проездных билетов у пассажиров. 7 марта 2021 года на территории области начал действовать новый федеральный закон, согласно которому пассажир, не имеющий билета, должен предоставить инспектору документ, удостоверяющий личность, для вынесения административного штрафа. Если на сегодняшний день мы видим о том, что безбилетный проезд такое существует, бывают разные варианты этого, бывает, не получают билеты, бывает, оплачивают на сотовые телефоны водителей, при том, что это пассажиры делают сами, сознательно, при том, что они могут официально пробить через карту стрелку, карту тройку или банковской картой, это оплатить через терминал. Также представители административно-пассажирской инспекции совместно с сотрудниками РЖД округа осмотрели Жигаловский путепровод. На данном участке граждане часто переходят железнодорожные пути в неположенном месте и при этом рискуют собственной жизнью. Инспекторы настоятельно порекомендовали жителям этого не делать. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.